Всех приветствую, дорогие друзья, совершенно гости, зрители моего канала. С вами я, Оскар Рынок, и вы на канале Обзоры по кайфу. Сейчас мы по старой, наработанной схеме. Ну, кто не знает, я купил телефон себе новый, iPhone 15 Pro. И сейчас мы будем, ну, сейчас я, кстати, на него и снимаю. Сейчас мы будем на него же клеить защитную бронировку, вот это вот на стекло, защитку. По старой наработанной схеме будем защищаться. Сейчас посмотрим, что тут, как вообще, как аккуратненько наклеить. Подскажу, расскажу, потому что я уже не первый раз это делал. Поэтому полетели смотреть, как это, что, зачем и почему. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить больше такого контента. Лайки, подписки, комментарии приветствуются. Итак, посмотрим, что у нас здесь в упаковке. Вот она сама вот так вот выглядит. Премиум глаз, защита. Сейчас мы это все откроем, посмотрим, что тут у нас внутри. Так. Вот такая вот пленочка, какого-то хера она черная. Что-то не нравится мне эта тема, конечно. Вот эти всякие стикеры. Вот такая вот штучка, салфетки, как обычно. Сейчас мы вначале проверим, что это за стекло такое. Вот оно вот такое вот, какое-то очень интересное. iPhone 15 Pro. Big Curve is White. Очень интересно, почему это оно черное? Вот это вот вопрос. Что это оно? Так, закаленное стекло. Ну ладно, посмотрим, что это за закаленное такое стекло. Так, вначале нам что нужно? Так, салфетки. Первое вначале. Это второе. Wet dry. Ну ладно, раз написано первое, второе, будем делать первое, второе. Это вот первое. А, смочить надо все это дело. Вот так вот, спиртоганчиком. Вот так это все очень аккуратненько делаем. Это он, получается, обезжиривает всю эту тему. Вот так это. Хорошечно вот так вот делаем. Хорошечно, аккуратненько. Прям пахнет чем-то. Чем-то специфическим. Вот так, аккуратненько, вот так вот. Чтобы все четенько было, без всяких моментов. Потому что вот эта тема очень. Так, вот еще раз. Нормально, прям хорошо делаем. Так, этого достаточно. Делаем второе. Второе делаем. Обычно сухая салфетка. Вытираем все это дело. Вот так это все делаем. Так, чтобы ни пылинки никаких, ничего не осталось. Отпечатков тоже. Желательно. Потому что все это будет под стеклом, и потом это придется заново отклеивать, все это заново делать, что, конечно же, очень не хотелось бы. Но полировал так, как будто лучше, чем было даже по ходу. Так вот делаем какие-то стикер-паки, микер-паки, white стикер, непонятно, ну ладно. Так, как его клеить-то теперь, непонятно вообще, блин. Вот так. Ого, вот это да. Вот это да, это, конечно, не для слабонервных. Все это дело, надеюсь, что я его ровно кину. Очень аккуратненько
и ровно накину на телефон. Вот так раз делаем, вот так вот. Все, и приклеиваю потихонечку. Вот она пошла, пошла реакция. Вот так все это доделаем аккуратненько. Вот так, ну да, ровненько. Глаз наметан, руки тоже. Тоже не первое стекло, которое я делаю. Вот какие-то пупырчики. Ну и ничего страшного, даже если пупырчики будут, они в течение суток разойдутся. Главное, чтобы ничего туда внутри не попало. Вот так вот это все делается. Вот они, пупырчики. Вот эти вот, ну они сами выйдут. Можно их немножечко подогнать. Надеюсь, это не пыль никакая. Потому что обязательно стекло, когда снимаете, вот эту вот самозащитную, всегда стекло вниз держите, чтобы ничего сюда не упало. Ладно. Такое стекло. Надеюсь, что будет нормально. Пупырчики эти уйдут. Сейчас посмотрю, что это. Блин, непонятная движуха. Надеюсь, это не пыль. То придется снимать и заново клеить. Еще много говорили, что чехол может конфликтовать с телефоном. Этот броня с чехлом может конфликтовать. В данном случае, да, есть конфликт. Вот здесь вот немножко угол задрался, когда я надевал чехол. Ладно, будем надеяться, что... А, и вот здесь вот задрался, блин, да. Очень неприятная тема. Неприятная. Ладно, посмотрим. Смотрите, смотри, он не разглаживается. Вот это вот, что за момент такой, блин. Вообще не кайф просто. Вообще просто конкретный не кайф. На, потому что я его походу криво начекинил. Вот здесь вот видно, когда белым. Неприятная тема. Очень неприятно. Да. Чуть-чуть кривовато получилось. Ну ничего. Вот так вот это сделаем. Что же за мороки такие? Очень неприятно. Придется отклеивать. Вот так вот еще раз делаем. Дубль 2. Вот так, раз. Два. Ехало. Так, аккуратненько все это делаем. Все, он опять заклеился. Сейчас мы посмотрим, чтобы это все было нормально. Так, здесь все нормально. Здесь тоже нормально. Так, пленка села. Так, пупырчики тоже тут остались немножечко. Ну да ладно. Надеюсь, все разойдется, все аккуратненько сядет. Без вопросов. Теперь дубль 2. Вот так вот, раз. Проверяем все вот эти моменты. Так, вот так. Вот так. Все оделось. Так, ни с каких сторон. Нигде. Не поднимается, значит мы наклеили правильно. Вот так вот это все дело выглядит, все четенько село. Думал, будет конфликтовать, но посмотрим. Вот это вот единственное, у меня вот эта пупырка напрягает, хотя вообще никого, ничего нигде не было, блин. Ладно, посмотрим, как говорится, время покажет. Так. Вот эта вот штучка. Надеюсь, что это не пылинка. Будет очень неприятно, конечно.
Так что, мои золотые, вот такой вот вам небольшой гайд, лайфхак. Подписываемся на канал, ставим лайки.